Так, дорогие мои, всем привет от старых штиблет. Ну, вам плохо видно, у нас Калифорния, 21 января, 8 часов вечера. И мы, собственно, с вами едем в русский магазин, потому что мы хотим красной рыбы. Вот, чего-то нам сегодня вот решилось, что у нас была очень трудная неделя, и мы хотим этой рыбы. Ну, а поскольку мы тяжело пашем, много учимся, о чем я скоро расскажу, и пытаемся куда-то двигаться, себя нужно баловать. Вот. Покупать красную рыбу, если тебе ее хочется, так сказать, чтобы видеть свою цель. Ну что, дорогие мои, место встречи изменить нельзя. European Delicatess. Идем с вами. Видите, наши выходят все с полными сумками местных деликатесов. Точнее, наших родненьких. Вот, кстати, часы работы. Короче, все время. Написано до 9. На сайте, кстати, написано, что до 10 они работают. Слышишь, что говорю? На сайте у них написано до 10, а не до 9. А что ты ничего не взял? Ну, мы сейчас же возьмем то семечки, то это, то еще что-нибудь. Ну, может, здесь это, я не знаю. Каша там закончилась. Начинаю. Ну да, так всегда. Майонез вот надо. Так, берем с вами майонезу. Не знаю, Махеев что ли взять? Какой-то интересный там. Так, провансаль возьму. Хочешь газировочки? Я думаю, нам два хватит. Так, кстати, майонез 4,89 стоит. Я не знаю, что это такое. Ну, какая-то... Ну, похоже на квас. Ну да. Ну что, потому что хлеб нарисован. Ну да. Говорят, стоит $2.5. Ну что, берем, нет? Да, классно. Да. Яблочко, 99 центов. Сырки плавят, эти плавленые. Ты не хочешь попсурок плавленый? Да я бы взял, что-то, знаешь, что-то дружба была. Ну так это же есть дружба. Нет. Вон у те, которые первые. Шоколадный. А, шоколадный, да? Творожку хочу. А, вот он. Вот, творожок. Классический 5%. А этот классический 0,5%. Вот, low fat milk. Отлично, берем. Ай, все наши ряженочки, сметаночки. В общем, все, к чему привыкли. И кефир американский. Он, смотри, он с бананом есть, пап, с манго. Бананом, с манго, я не знаю, с кофе. О, да. Я даже не видела таких у нас там. С гранатом, вишней. А вот смотри, она обычная. Да, наверное, обычная. Без ничего. Простокваша. Прикольно. Ряженка, вот смотри снизу. Ряженка. Так что ну, все можно. Тут на молоко у нас в магазинах в Пятерке стоит. Да, топленое. Так что да. Его стерилизовано. Да. Можайся. Ты не хочешь ляжем? А, нет. Нет. Ну туда пошли. Так, да. Черный перец молотый возьмем. Ну, селедку тут сложновато найти. Чтобы ее посолить. Чай печенки нам не надо. Так, взяла два черных перца. По 79 центов. Держи, что ты там берешь? Нам каш надо. А, лимонную кислоту еще. Живчик. Так он, по-моему, раньше был яблочный, да? Ну да, сейчас груша. Ну, может, он уже давно есть, просто мы-то из Украины давно уехали. Живчик. Не взяли, там надо взять лимонную кислоту, у нас закончилась. Я тут не вижу, может, вот это? Ну, так она и есть, лимонная кислота.
Не, ванилин. Я говорю, есть лимонная кислота, ванилин. Ладно, сейчас найдем лимонку. Слушай, а чего они перестали возить в этих, в упаковочках вот таких? Так удобно, блин, в таких упаковках. Каши? Ну, конечно, я знаю, что порционная, это на твою банку вот эту. Я ее кинула, одну сварила, мне очень удобно. Тут сейчас нет такой, так что берем обычную какую-то. Пшено у меня заканчивается практически. Какую еще взять? Не знаю, не вижу больше никакой. А, вот. Ну, пшеничную или ячневую? Какую тебе брать? Ячневую? Мне кажется, пшеничная у нас есть. Держи. Наш сик. Наш сик, это, наверное, украинский, да, какой-то да. Сок. Я не помню его. Ты его помнишь? Смак помню. Смак я помню. Смак. А наш сик не помню. Что за фирма такая? Чумак, да? Чумак однозначно Чумак, помню, да. Еще это, караоке на Майдане был. Да, 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 да. Чумак все время. Спонсор. Точно. Кондратьев. Было дело, было. Ел. Ну что, пойдем? Живчик, интересно, у них есть мыргородская минералка, папа? Да нет. Нету, да? Нет, боржоми. Боржоми? Ну, это не то. Не то, не то пальто. Квас это чаповский есть. Хочешь кваса? Нет. Я тоже не хочу. А чаковский квас 3,29 стоит. М? Девчонки, посмотрите, смалец. Что не стоит? А салат? 7 баксов. Да. За ЛБ, по-моему. А тут? 0,46. Это 3 бакса. 3 бакса. Пап, поставь меня за 3 бакса это. Да? А вот. 4,99 за ЛБ. Ну, она потяжелее. Ну, половина. Ну, 2 бакса. Что, возьмем? Возьми, себе, возьми. Варенька, и смотрите, даже холодец имеется. Чего ты? Ну холодец, а что? Что это такое? Где там мясо кого-то, знаешь? Ну ты просто к моему привык, не все такое любят, пап. Чтоб мяса было много. Ой, вот это вкусно. Я тоже такие делаю. Да, вот стоим, ребят, созерцаем эту рыбу, облизываемся и думаем. Как бы взять. Ну, сейчас подойдет, спросишь. 13,99 за полкилограмма стоит. Что тут у нас? Скумбрия. 7,99 за ЛБ. А как вы режете большую рыбу? Ну, что, как-то так. Так, ребятки, ну что, мы смотрим с вами, как всегда, пельмеши. Те, что мы брали в прошлый раз, что-то Виктору Николаевичу не понравились. Хектушка, смотрите, прям по-русски написано. Хектушка. Тут куда, интересно, привозят они. А вот эти вот тортики я все люблю. Ну, мы дома все покупали. И творожник, все покупали. Персидская ночь, очень классный торт. Не знаю, что стоит. Поменьше, да, кусочек, чем в прошлый раз брали. Ну, просто у нас 2 ЛБ было. Ну, я думаю, сейчас мы с тобой его приходуем быстро. Так что вот так. Мороженки. Цены, конечно, на рыбу дорогие, но мы уже как-то привыкли. Что? Я говорю, цены дорогие, но мы уже как-то привыкли. Я спокойно уже покупаю вот эту вот рыбу себе. Потому что маленькая стоит 5,39, а большая 7,69. Так это половинка вот этой. 300, не половина. Ну, почти. А замороженные привозят, смотри. Либо это холодильник-то. Не-не-не, он замороженный привозит. Как же, ешка должна как-то сюда доставлять. Тюх, это что? Это киль. Балтик. Это килька. Шпроты, филе. Это килька, пап. Уже почище. В пряном посоле? Да. Агитс. Не знаю. 180 грамм. Ценника нету. Но это килька, прям чищенная килька. Ну, на вид, да, а вот смотри, не чищенная килька. Так как мы привыкли. На, вот это возьмем. Мы съедим все равно, мы когда сюда приедемся еще раз? Что-то рыбы прям хочется.
Ну, конфет вообще тмать мущая, дорогие мои. Конфет прям тмать мущая. Так. Сейчас мы с вами пройдем. Слушай, мы когда-нибудь увидим этот их киевский торт, который все хвалят, а? Увидим мы? Не знаю прям. Ну вот какой-то киевский, но это черемушки. И это не то. Ой, это на халва сверху. Нет, это хлеб. Какой-то хлеб прессованный, не знаю. Эклерчики, рулетики. Рулетик 7,99. Тортик можно за такой ценой взять. Хочешь, да? Ну, она вот похожа на вот эту, знаешь? Ну, возьми себе. Верка, блин, что-то 20 долларов. Жмет тебя, да? Пусть лежит. Хлеба надо малому еще взять. Сладкого что-то и хлеба. Что будем делать? Тут есть небольшая оптилка. Хочу посмотреть сироп от каши. Сейчас посмотрим. Что, пельмени сделала? Да. Сейчас, подожди, я хочу сироп от каши. Буль-буль. Вы сейчас увидели на кассе Галина Бланка кубики. Я не знаю, с какого я там детства не видела их. Не знаю, а позже варили ведь с них, суп варили, все варили с этих кубиков Галина Бланка. Химия. Ну а что делать? Есть было нечего в те времена, да, пап? Все, мы уже закончили наши покупки. Все, дорогие мои, мы уже дома. Сейчас с вами будем разбирать вкусняшки. Что же мы там такого купили в этих двух пакетах? Насколько же это все вышло? Что? Съездили за рыбкой. Мы уже знаем, насколько мы, так сказать, съездили за рыбкой. Но вы еще нет. Сейчас вам покажем. А улица сегодня прохладная. Шел дождь. Дождя не помню уже 100 лет. Вообще. Да? Вот, так что прям даже па с рта идет. Так что тут так прохладненько. Ну, понятно, что не минус 30, как у вас, но для Калифорнии прохладно. Нас это животное. Мы как только приходим, он сразу к нам падает, так сказать. И пузик свой выставляет. Пузденище наше. Двасик. Двань. Что ты, вредотина? Уши только ведешь ко мне. Он с камнем липкий. Черт. It's never too late, ребята. Так, поехали. Начинаем с хлеба. $4.5 обычный наш черненький такой вот серенький хлебушек стоит, к которому мы привыкли. Они сами пекут, 100 раз говорила, классный хлеб вообще. Был бы рядом, каждый день бы покупала. Так, торт «Персидская ночь» в России все время брали. Это что-то типа медовика. Только, кажется, мне просрочка типа как со сгущенкой такая, она и шоколадом залитая. 9,99. 660 грамм. Творог 7,50 стоит, тут 400 грамм, вот обычный наш классический творог. Мой сырок лежит. Витя купил плавленый сырок, $2, российский, ГМО-фри. Так, вот этот вот по $2.5 чумак стоит, а этот по $3.5 стоит чумак. Вот. Ой, наоборот, ребят, вот который с большой жирностью 3,5, а этот по 2,5. Так, это, я не знаю, это балык или как это назвать? Что это? Красная рыба, но она такая. В смысле? Это ну как это? Холодного копчения. Холодного копчения. Красная рыба большая. $23.50. За ней-то мы и ездили. $13.99 за ЛБ. И тут... Ну тут почти 2 ЛБ, пап. ЛБ 680. Полтора. Ну полтора, да. Это пельмени $4.5 стоят, по $2 каждая килька, именно этой фирмы нам нравится, мы тут заприметили и покупаем, да?
Вот. 79 центов стоит черный молотый перец. Вообще все говорят, что надо американский покупать, но он, ребят, перченый. Ну как? Ядреный. Ядреный, да. Мы такой кушать не можем, мы вообще не едим острое. Поэтому я покупаю наш обычный перец, душистый, без остроты. 5,99 стоит вот такая килька. Обычная наша, вот килечка, смотрите. Так. Таблетки амбробена $10.90 стоит. Да, ты, по-моему, говорил? $2 корейская морковка. 2,94. По $2 лимонная кислота. Я взяла 2. Вот такая вот я покупаю тут. 2 баночки. 7,50, 7,90 стоит Матиас. За полкило. Это пачка большая. 3,5, нет, это пшено, $3.5 стоит пшено. И 2 с чем-то с копейками, 2,70 что ли, стоит ячневая каша. Вот так вот, ячневая. Что у нас осталось? Квас очаковский. Папа, огласи. $1.70. $1.70 квас очаковский. Ну и все вот это вот у нас добро. Вышло на 116, по-моему, нет, да? На 106. Сейчас, я чек взяла, ребят. На 116,98. Так что вот. Так что вот, почти 10 тысяч на стороне лишь. Ну, почти нет, правда? Ну, а сколько сейчас курс, я не знаю. Наверное, 1008 за $100, да? 8 тысяч, обалдеть. Да, действительно, ребята, 1010 на столе. В общем, вот так. Ребята, это выглядит просто фантастически. Я уже попробовала маленький кусочек. Это так вкусно. Мы прям что-то давно такую рыбу не покупали. И с вот этим вот хлебом. Как нам сейчас будет вкусно.